Доброе утро, друзья мои. Я сегодня решила собрать полностью волосы, челку и прилизать себя. Не знаю, по мне так нормально. Я люблю, когда у меня все собрано, мне ничего не мешает, ветер не трепает мои волосы и так далее. Я собираюсь на вождение. У меня буквально пару минут. Ой, что это? Какое-то что-то тут. Не знаю я, что тут такое было. Пудра с меня осыпалась, что ли. Ну вот как-то будет вот так. Нормально пойдет. Это пальто мне очень нравится. Оно такое широкое. В нем, вот в такую погоду в нем абсолютно не жарко. Когда на улице не жарко и не холодно. Начало осени, конец весны в нем идеально. В прохладную погоду, конечно, я в нем мерзну. Так, сейчас мы это поясочком. Вот так вот. Блин, что-то не то, да? Как будто здесь чего-то не хватает. Чего мне здесь не хватает? Сейчас в большое зеркало посмотрю. Да, мне реально тут чего-то не хватает. То ли какого-то снуда большого. Знаете, у меня есть... На жопе 6. Надо убираться в шкафах здесь. Черт ногу сломит. Я решила все-таки немножечко здесь. А вот так уже более-менее. Но так я замерзну. Да? Да. А может быть и нет. Я не знаю. Я не знаю. Я вот думала, вот этот, у меня есть, короче, вот такой платочек красивый. Я его у мамы, кстати, забрала. Ей кто-то там дарил. Вот если сделать что-то такое вот сюда, это вот так накрыть, вот. Как вам так? Расцветка не та, да? Не та. Не та расцветочка. Юля задумалась. Блин, все вот некогда мне пришить ту фигню. Нет, нормально. Шарфик под глаза. Во. Короче, всем хорошего дня, прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, просматривайте мои видео. Всех рада видеть. У меня еще один подписчик новый. Привет!